Хорошая боевая игра. Встречались две команды, в принципе, равные, которые претендуют на повышение в классе. Игра получилась боевой, с моментами, ну, нулевая ничья, я считаю, закономерный результат. Ну, даже реализация тех же моментов, тех стандартов, которые, да, у нас пока стандарты не заходят, что много. Но, в свою очередь, мы могли получить со стандарта, и был еще один момент. Ну, плюс реализации, и не так много мы создали сегодня моментов. Хотелось бы, конечно, больше. Последние туры у нас, что создание момента очень тяжело. Я надеюсь, в следующем туре будет. Мы наладим эту статистику и забьем. Тяжело комментировать сейчас, честно, по горячим. Это надо посмотреть и разобрать, какие были стандарты, где кто не доработал. И в то же время поработать над нашими. Хотя мы над стандартами работаем. Ну, постоянно наигрываем стандарты, но пока не доходит у нас до реализации. Но есть результат, который есть, и мы двигаемся дальше. У нас следующая игра с Агробизнесом, теперь настраиваемся на эту игру.